Город на Волге посетила известная радио- и телеведущая, режиссер и журналист Фёкла Толстая. Праправнучка великого русского писателя Льва Толстого встретилась с ульяновцами во Дворце книги в рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи. Сначала знаменитая гостья поведала о древнем роде Толстых, а также о самых значимых литературных проектах, связанных с телевидением и, в частности, с творчеством Льва Николаевича Толстого. Не обошли стороной и фигуру Николая Михайловича Карамзина. По словам Фёклы, творчество нашего земляка ей особенно по душе. В ближайших планах журналистки даже съемка документального фильма о Карамзине. Я с удовольствием окунулась в какие-то карамзинские темы, читала его. И, конечно, личность очень яркая и очень много определившая вообще в истории нашей культуры. И тем интереснее будет провести эти дни в Ульяновске, опять думая, обращаясь Карамзине, обращаясь к его наследию. Творческий вечер был организован в формате диалога, так что все гости имели возможность задать вопросы Фёкле Толстой, которую большинство из них раньше видели только на экране. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.